вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас, це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – День народження пророка. 19 грудня всі православні відзначали День святителя Миколая Чудотворця, а мусульмані всього світу відзначали День народження пророка Мухаммеда. Саме про це і про життя мусульман на Миколаївщині ми і поговоримо з нашими сьогоднішніми гостями. Головою Ради старішин обласної ради національних товариств Мурадом Каймаразовим і головою обласної організації азербайджанської молоді Миколаєва Саміром Аруджевим. Друзі мої, здравствуйте. Добрий день. Очень рада вас видеть в нашій студії, тим більше совсем недавно, несколько дней назад, 19 декабря, мусульмане всего мира отмечали день рождения пророка Мухаммеда. Как говорят мусульмане, нет Бога, кроме Аллаха, а Магомед – пророк его. То есть Магомед, Мухаммед – это и есть главный пророк, которого почитают все мусульмане всего света. Правда? Совершенно верно. Итак, Мурад Джамалович, будьте добры, день рождения пророка Мухаммеда – это знаменательный день для всех мусульман. Как вы сказали, теперь я перевожу «Аллах, Иллаха, Иллаллах, Мухаммад Расулаллах». Это что, так вот мусульмане, вот я мусульманин с рождения, дагестанец, я с большой любовью и уважением отношусь к своей религии, и день рождения пророка Мухаммеда мусульмане каждый год его празднуют, угощают, приглашают гостей, друзей своих. Это есть наша радость, потому что именно пророк Мухаммад нам дал огромные знания в исламе, потому что ему было ниспослан Коран, и Коран комментирует огромное количество мусульманских ученых, из которых мы получаем эти знания. И вот буквально 19 числа мусульмане пригласили много гостей, в том числе из государственной власти, областной администрации, из горисполкома, вот, и многих своих друзей. И в ресторане «Берег» у азербайджанцев был проведен большущий праздник, посвященный пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Мурад Джамалович, действительно, день рождения пророка для мусульманина – это очень светлый день. Говоря об Украине, о демократии и выборе людей, каждый человек выбирает себе путь своей жизни. Вот мы, мусульмане, 1000 лет тому назад выбрали этот путь своей жизни. Но мы живем в демократической стране. И, конечно, мы должны чувствовать в Украине, что мы такие же граждане, как все остальные. И многократно, когда мы с вами встречаемся в средствах массовой информации, мы все время вспоминаем о том, что да, в Николаеве была мусульманская мечеть. Специально государство выделило средства для того, чтобы была построена эта мечеть. И до сегодняшнего дня, вот смотрите, уже 26 лет прошло, мы терпеливо ждем. Мечеть была разрушена, и да, со дня, когда образовалось государство Украина, прошло 26 лет. Да. Да, вот. И вас каждый год вас кормят обещаниями, что вам передадут. К удивлению, терпение в Коране тоже написано. Мусульманин терпеливо должен как бы ждать того момента. Все равно Аллах нам даст, мы построим эту мечеть. Но обращаясь к государственной власти, к конституции нашей страны, к законам, законодательству нашей страны, нам очень бы хотелось бы, и губернатор, вот я надеюсь, что будет смотреть эту передачу. Но если не увидит, ему скажет. Да, обратит внимание просто. Все-таки мы граждане этой страны, мы хотим иметь свою мечеть. Вот. Мы хотим, чтобы вернули бывшую территорию мусульманской мечети, мечети прежде всего, потому что это наша историческая ценность. Вот. И, конечно, было бы неплохо, чтобы мы построили на том же месте красивую мечеть. Хотелось бы, чтобы сказанные мною слова, как старейшина, они были услышаны. Я встречался как-то вот буквально на днях, когда открывалась елка, с губернатором. И во время нашего диалога я сказал очень простые вещи. Когда он любит свою родину, он должен просто совершать поступок. И таким образом выражается свои чувства и отношение к своей родине.
и все. Он глубоко меня понял, пожал мне руку. Я надеюсь, сегодняшнее мое даже обращение, он поймет мое обращение. Потому что мне уже 67 лет. Я преклонного возраста. У нас есть свое мусульманское кладбище. И мусульмане всегда хотят, будучи, пока они ходят, общаются, встречаются, праздники проводят, чтобы для нас самым важным праздником это было возврат мусульманской общине, мусульманской мечети. Для меня это будет самым большим подарком, который сделает государственная власть за 26 лет моей работы по межнациональному согласию. Но это будет не только для вас подарком, Мурат Джамалович, это будет подарком для всех мусульман, и я думаю, что подарком и для города, потому что та мечеть, которая существовала в царской России, она ни в коем случае не мешала другим религиям, и мечеть соседствовала с православными храмами, и все жили очень и очень дружно. Правда, жили дружно, да, и относились друг к другу очень дружно. И у нас сохраняется мусульманская община в городе Николаеве. Самир, будьте добры, несмотря на то, что нет мечети пока, и мусульмане не имеют такого основного дома для молитвы, тем не менее мусульманская община достаточно крепка и дружна, правда? Да, да, это и есть, действительно. У нас... Хоть и мечеть еще как бы не вернули, но при этом существует небольшая, так скажем, мечеть. Это подразумевается под этим. Это одна комната, где мусульмане города Николаева, где очень много разных национальностей, и в том числе и русские, и украинцы, и других национальностей. Значит, и каждую, например, каждую пятницу, так скажем, на джума, все собираются дружно туда. Ну, естественно, эта комната для города, она, так скажем, минимальная. Как правило, там не хватает мест, есть определенные неудобства. И, как скажем, для большого потока людей этого, естественно, недостаточно. Но все равно мусульманская община свою деятельность проводит на Николаевщине. Проводим все дружной семьей, так скажем, такие праздники, как Мавлют, вот, которые недавно проводили. Их вообще у мусульман три больших праздника. То есть небольших праздников там несколько, но основные, которые все мусульмане отмечают всего мира, это их три. Это Мавлют, это Курбан-Байрам, жертвоприношение, и это у нас праздник Рамадан. Вот. И, естественно, в городе Николаеве все эти праздники мы всегда празднуем, проводим вместе. Также Думу Украины, Духовное управление мусульман, значит, выпускает определенную литературу, которая призывает к миру, согласию, добру. То есть вы ведете и просветительскую работу. Да, естественно, и это от касается как изучения ислама, как правильно делать намаз, как читать зикры, как читать Коран, изучение арабского языка и много другой литературы. Может быть, вы покажете? Также будьте добры, есть, посмотрите, друзья также, мои, какие также красивые. Также вот есть вот такие, думаю, выпускают вот такие вот красивые детские, так скажем, литературу, называется «Светлячок». Оно, как, скажем, для детей на уровне, так скажем, чтобы им было интересно. Тут рассказывается об исламе, о хороших поступках, как правильно поступать, как, значит, так скажем, предпочтение давать родителям, старикам, детям, как бы изучает. Также тут указаны некоторые там сладости, которые, может быть, родители могут приготовить для детей. И разные познавательные вещи, тут рассказы о хорошем, о добре, о пророках. Все-таки также, думаю, выпускает журнал такой вот, как «Минарет». Тут о жизни пророка, об исламе, о познании в целом ислама. И также в конце блюдо, национальное блюдо мусульман, которое можно, кстати, также приготовить очень вкусно. И очень много другой информации. В целом, в общем,
многие слова, как бы мы употребляем, как это слова арабские, то есть, например, ислам. Ислам – слово арабское. Если на русский язык его перевести, это означает дословно «вера в единого Бога». Это вот это вот означает. А мусульманин – это покорный единому Богу. Поэтому и как бы ислам – религия – это не новая религия. Первый человек был пророк Адам, и он, начиная от пророка Адама и заканчивая пророком Мухаммедом, саллаллаху алейхи салам, им они все проповедовали единобожие. Да. То есть и Ной, Моисей, пророк Иисус. То есть мы сегодня отмечаем только день рождения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи салам. Но если бы мы знали бы дни рождения других пророков, мы тоже бы их как бы отмечали. Но, к сожалению, это неизвестно. Но они сокрыты, эти даты, но, тем не менее, есть дата дня рождения пророка Мухаммеда. Да, оно и также упомянуто в Коране написано, поэтому мы как бы знаем, какой день. Хотя пророка было и много, потому что это было на протяжении многих тысячелетий. Это всего было 124 тысячи пророков. Поэтому и как в Коране написано, пророк Мухаммед, он как бы последним пророком является. После него уже не будет пророков. Мурат Джамалович, Самир, вот мы сейчас говорим и о пророке, и о... Самир показал такую замечательную литературу, которая учит и истории мусульман, и просвещает. И все направлено на созидание. Но, к сожалению, сегодня, мне бы не хотелось об этом говорить, но все-таки я думаю, что нужно коснуться этой темы, когда мусульмане выступают как некие агрессоры такие, и их начинают бояться. Но на самом деле и в Коране написано, что нужно созидать, а не разрушать. И именно на это направлена деятельность мусульман. Да, Самир? Да, действительно так. Некоторые путают мусульман с теми течениями, которые называют себя мусульман. Настоящих мусульман путают с теми, кто хочет к ним примкнуть. И вернее, даже прикрыться знаменем ислама, да? Да, да. Потому что дело в том, что нету, в исламе нету «убей неверного» или наподобие того чего-то. Ислам всегда отличается высокой культурой, нравственностью. Как бы делай добро, помогай старшим, уважай старших, уважай младших, как бы оно всегда направлено на только на хорошее русло. Но, к сожалению, на сегодняшний день есть очень развилось, так скажем, многих течений, которые созданы третьими странами под игом ислама, для того, чтобы противостоять, так скажем, с помощью войн, как бы противостоять мусульманам. На самом деле это такие, как Хазрат Тахри, как Сулейманджи, как ИГИЛ сегодня мы слышим, это не является из Ахли Сунны Джамаат. То есть это те течения, которые были созданы или спецслужбами третьих стран, или другими странами для определенных целей. Поэтому сегодня, конечно, за счет их большое пятно лежит на мусульманах, потому что многие путают эти разные вещи, и на самом деле это не так. В общем, если кто бы изучал бы ислам, он понял, где истина, а где как бы... Хочу вот добавить, вот то, что сейчас Самир сказал, он очень четко подчеркнул с определенной целью. А ихняя цель – это политического достижения превосходства. Политического превосходства. Вот ИГИЛ, захват страны. Или же, например, в Турции появились целый ряд мусульманских течений, и их задача была, их создали политики для того, чтобы можно было снова захватить власть. Вот откуда появляется течение. И когда мы говорим о религии, религия, вообще ислам был ниспослан для добра, для человеческой жизни, чтобы мы детей учили относиться к родителям, как себя нужно вести. Вы понимаете, вот чтобы человек, он рос, помогая другим. Вот я сейчас вспоминаю, вот мы сейчас говорим, а я сейчас вспоминаю мусульман, когда я провожу фестиваль «Дружба». Когда я провожу фестиваль «Дружба», прежде всего я обращаюсь к мусульманам, нашим предпринимателям.
Это я обращаюсь к Малачееву Алихану. Всегда компания Аменовы знакома, наверное же, да? Потом братья Садридиновы, которые занимаются сельским хозяйством, да? То есть у меня есть надежда, как мусульманин, к мусульманину, что они мне обязательно помогут. Представляете, у меня нету даже сомнений в этом. И 100% всегда бывает поддержка с их стороны. Или же в Киеве я обращаюсь в Духовное управление мусульман Украины, когда фестиваль дружбы провожу. Представляете? Для чего? Потому что этот фестиваль, который мы проводим, это формирует толерантное отношение разных народов. Любовь и уважение к стране, к родине, в котором ты живешь. Таким образом мы сохраняем этот мир. Поэтому ислам по сущности своей – это смысл жизни человека. Он живет этим, поклоняясь и совершая поступки. Это ислам – это добро. Если каждый может сегодня зайти, посмотреть в интернете, ну, как для статистики, пусть посмотрит за последние столетия, какое количество, так скажем, ну, если мы говорим о том, что мусульмане там убивают или еще что, даже с этой точки зрения, то можно посмотреть, что за последние годы, то есть столетия, как бы сколько уничтожил Гитлер, то есть это у нас Европа, так скажем, сколько там во время других тиранов, которые... Сейчас, может быть, я переволновался и не могу все фамилии назвать, но после только 70 миллионов человек умерло, когда было во время Великой Отечественной войны, когда атомную бомбу скинули на Хиросиму, когда американцами зашли в Ирак, сколько там погибло, сейчас Палестина, Сирия, сколько людей, миллионами. А вы посмотрите, можете пример привести, где мусульмане участвовали, чтобы столько людей погибало. Да не вы приведете, максимум, что вы какие-то, может быть, цифры были, когда вот эти течения под названием ислама начинают какие-то, и то они даже, если какие-то, ну, не в таких масштабах бывают, но такие, представьте цифру, 70 миллионов людей. Это что? И мы говорим, что мусульмане агрессивны. Да вы посмотрите по статистику, какая смертность, кем причинена. То есть, вы понимаете, самое ужасное то, что, пытаясь прикрыться зеленым знаменем ислама, группировки и разные люди, их деятельность направлена на уничтожение, в первую очередь, даже мусульман. Абсолютно вы правы. Это страшно. Они дискредитируют таким образом нас. Вот это вот самая опасная вещь. Но некоторые, видите, верят, а потом... как знамя берут и подхватывают, и потом начинают об этом говорить. Вот поэтому 26 лет мы ждем. 26 лет мы ждем. У вас хорошее такое терпение, Мурат Джамалович Самир, потому что действительно могли бы уже и как-то более так жестко требовать, тем более, что это законное право ваше. Абсолютно. Да, закреплено, кстати, законом, потому что это является историческая ценность, которая, согласно закону, должны возвращаться общинам. Потому что в городе Николаево всем общинам вернули все такие исторические, так скажем, здания, вернули, кроме мусульманам. И вот эта дискриминация мусульман на сегодняшний день, к сожалению, в нашем регионе продолжается. Хотя мы этим боремся и надеемся, что все-таки мечеть эту вернут, которую мы восстановим. Ну да, потому что это, во-первых, это и красиво, во-вторых, это полезно, а в-третьих, это необходимо, потому что, совершая молитву в той небольшой комнате, о которой вы упоминали, Самир, там не могут присутствовать, например, женщины, потому что, а ведь они тоже хотят приходить на молитву. То есть это есть один из элементов нарушения прав человека. Мы об этом не афишируем, но это есть элемент нарушения прав граждан Украины. Нарушаются права вероисповедания. Понимаете? Вот человек хочет это сделать, но он не может. У него нет такой возможности. Большим трудом даже и кладбище получили. Но получили это кладбище, чтобы... То есть, если мы говорим о демократии, демократия должна быть открытой демократией. Мы одинаковых условиях должны
как любой бизнес начинается. Как любой гражданин страны, он имеет право на... Абсолютно вы правы, да. Свободный выбор, да. И по поводу кладбища, как вы говорили, да, действительно, кладбище несколько лет назад нам дали, мы уже добились как бы этого момента, но, к сожалению, в этом году данное кладбище было разрушено, сейчас идут разбирательства, то есть вот как бы... Вандализм был, и, к сожалению, даже, насколько я понимаю, что там и участвовала администрация кладбища Баштанского, Балабановского, это так и называется Балабановское кладбище, вот. Ну, сейчас идут разбирательства и посмотрим, чем оно как бы закончится. А на самом деле мечеть — это очень хорошо, потому что это даже помощь государству. Там людей призывают только к добру, к хорошим действиям, как бы к уважениям старшим, как бы к то, что у нас спокон веков, как бы уважение, как бы у нас и обычаями, и обрядами, как бы, ну, все в этом строится, как бы. Поэтому хорошо было, чтобы государственные власти нас услышали и помогли нам, посодействовали, значит, по возврате мечети или как бы другого места, которое бы можно было бы сделать мечеть и, так скажем, призывать к добру людей. Призывать к добру. Друзья мои, у нас осталось буквально по нескольку секунд, но есть еще для того, чтобы и вы, Мурат Джамалович, и вы, Самир, обратились к телезрителям, будьте добры. Буквально два слова. Будьте добры, помогайте друг другу. Самир. Я хочу поздравить с прошедшим праздником Мавлюд всех наших уважаемых мусульман нашего города и других городов, зрителей, которые нас смотрят, чтобы их в семье всегда был мир, добро и безоблачное небо. Спасибо вам большое. Друзья мои, как вы убедились, зеленое знамя ислама – это в первую очередь добро, это созидание. Созидание и в нашем крае, и вообще во всем мире. Це була розмова на тему. На все добре.